Вот она. Блять, стой! Алло. А... Извиняюсь за мат, больше не буду. Просто бесит. Я тебя прикрою. Я к твоим услугам. Держи всякие бивни, говна. Сейчас, погоди. Так, погодите, это... Переключение вкладок back. А, все, понял. Так, 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 так. Прикольно. Веди. Че? Так мы и не нашли ни одной тянки. Мы напали на лагерь гомосексуалистов просто и... Ну, неловко получилось. Да. Халк какой-то. Да, 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 да. Все очень печально. Такой путь проделать, чтобы убить женщину и до сих пор не найти, а это что? А, понял. Но это не страшно. Слушай, иди сюда, я тебе еще одну стальную броню пихну, потом продадим. Где ты? Где она опять? Боже, я ненавижу напарника, просто я не знаю, я просто ее ненавижу. Ну где она? Алло? Куда она могла деться? Она только что рядом со мной стояла с этой ссаной секирой холода. Я все еще здесь. Я к твоим услугам. А? Это что-то связанное с этой штукой. Sexy Move Coin. Так. На мне сейчас клепанная броня. А я ей передать не могу. Ладно, все, короче, насрать тогда на это все. Мужик не отходил от меня, я тоже заметил, что что-то не так. Блин, дорогая вещь, конечно. Ну что делать, что делать? Неохота мне таскать все это. Я все-таки еще хочу пошмонать. У меня ключ какой-то. Слава Украине! Че, не нравится? Не нравится тебе? Да. Странно все. Это очень странно. Все очень странно. Но будем считать, что он просто спал и проснулся, решил напасть. Так, нам выпал какой-то ключ, надо искать, от чего он. Where is the door that this case open? Черная стрела, том 2. О. Шекели. Еще один ключ. Вот она. Пещера грабителя. Ага, ага. Песня о пикапе. А тут 108 шекелей. Стальная броня с наплечниками.
Блин, надо ее как-то запихать все-таки в тебя. Слушай, отдай мне какое-нибудь другое дерьмо, и я тебе пихну эту санину. Я с радостью понесу твою ношу. Да я понял. Мне нужно какое-нибудь отстойное дерьмо тебе у тебя забрать, походу, потому что в тебя не влезает. Где ее вес указан? Трудно сказать, ну ладно. The Antonio Clown, спасибо за подписку. Сейчас я выкину обычную железную броню. Я понимаю, что это неинтересно смотреть весь этот менеджмент, но без него игра-то не проходится, вы же понимаете. Взять вещи из действия она может бесконечно брать. Спасибо за подсказку, но мне не хочется читерить. Это нечестно. Это бесчеловечно, я бы даже сказал. Тот Говард задумал эту игру по-другому. Пятый день первого зерна. Ч-201, болваны. Бродер и Хера сегодня снова сцепились и чуть не дошло до драки. Весь лагерь взбудоражен. По моему приказу всем дали по лишней порции медовухи, но свары не прекратятся, мы тут друг дружку перебьем. Один из день первого зерна с Ч-201. Ходят слухи, что Херт подбивает своих дружков на бунт. Бродер не дурак, он, скорее всего, занят тем же самым, и чтобы подстраховаться, стоило бы убрать обоих, но в лагере раскол. Если я пытаюсь это сделать, неделя не пройдет, как мне воткнут нож в спину. Старый канал забанен. Ну, значит, что вы порно всякое стримите. Спасибо за подписку, Антонио. Больше терпеть нельзя, я понемногу откладываю золотишко, когда могу. Если наберется, достаточно попробую сбежать. В общем, они грабили караваны. Как на мат прям. Так, психопат все донатит. Возможно, кому-то интересна его история. О, лосось поймать. Смотрите, я рыбак. Совет Бир 96. Спасибо за подписку. Чё за бред? Не-не-не-не-не-не-не. О, осторожней, что ли? Не может быть, чтобы здесь ничего не было, кроме лужи. Что за бред? Стимлет, спасибо. Спасибо, ребят, всем, кто поддерживает меня. Да здесь еще что-то было, я уверен в этом. Но я теперь выбраться не могу на сушу. Вот такие места я вообще просто... Но я, конечно, могу не видеть из-за темноты. Слава Украине! О, что-то получается. Хорошо. Да мне даже шекелей не дали собрать. Морковь, не, морковь не хочу. Так, ну здесь все в мухоморах. А, вот сундук. Его я уже прошмонал. Ну, похоже, здесь больше нету ничего. А чё нам... А? А? Так, а чё нам говорит карта? Куда надо идти? Марфал. Ну, давайте вернемся. Блин, я не знаю, где женщин искать. Нет. Никакого Марфала. Пойдем.
Пойдем вынырнем из норы и пойдем вдоль реки. Я найду телок. В прошлом лагере, во всех лагерях, которые я разорял, везде были тянки. Мне просто не повезло. Если идти вдоль реки, рано или поздно мы наткнемся на женщин. В этом я на все 100% уверен. Блин, там санина какая-то бегает, еще съест меня, надо уходить. Спасибо, ребят, всем, кто подписывается сегодня, всем, кто в чате сидит, общается, поддерживает и мое настроение. Тоже. Класс. Ну что ж, бывает. Зато я видел там какое-то буфало-друфало, поэтому, может быть, оно и к лучшему, что мы свалились. У меня вообще какое-то впечатление, что это край света. Нет, еще дофига всего. Грабители очищены. В упокоище, наверное, телок нет. Пошли в Солитьют. По пути в Солитьют точно будут какие-нибудь бабы. Не знаю, прям само название Солитьют отдает каким-то чем-то бабским. Да, я не сгорел в начале, ну просто подписывались каждую секунду, как бы. Я стрим никак не мог начать, да это шутка была, конечно, я рад, когда подписываются. Просто, ну, я не знаю, фишка в том, что Twitch и его политика, она ущербна как-то. Если бы было хотя бы 1500 сабов, да еще 5 смайлов, еще можно было бы порыпаться, но 2000 сабов я никогда не соберу. Я не знаю, как именно нужно сделать стримы, чтобы набить 2000 сабов. Если играть в КС-очку какую-нибудь, то наоборот хуже будет, потому что те, кто смотрит КС там, и Доту, они не платежеспособны. Ну, то есть я не вижу выхода по большому счету. Только пиарить свои стримы у себя ВКонтакте или на Ютубе, а я изначально решил этого не делать. То есть все просмотры и все остальное это... То, что честным трудом, конечно, у меня было имя изначально, но тем не менее. Какие впечатления от Скайрима? Просто потрясающе. Солитьют — столица Скайрима. Отлично, отлично. Спасибо, что сказал. Теперь мне неинтересно будет об этом узнать самому. Большое спасибо, чувак. Просто благодарен тебе. Вот, понимаешь, как действуют подсказки? Я играю, изучаю мир. Мне интересно. Я там еще никогда не был. Я пришел, нифига себе, это столица. Вау. Теперь ты мне написал, и все. Мне уже неохота туда идти. Но столица и столица. Я уже много лет охочусь и рыбачу в этих местах. Это краб говорит? А ну убей его. Говорящий краб. Помогите! А, нет, это... Рыбак. Кому от этого плохо? Ярл же не может съесть всех оленей. У тебя нос красный. В округе. Я уже много лет охочусь и рыбачу в этих местах. Че они все крабов вешают на стену, как будто крабов трудно поймать. Они с одной стрелы отваливаются. Блин, почему он не мог быть женщиной-рыбаком? Я, конечно, понимаю, что женщина-рыбак, это звучит как, я не знаю, там, мужчина-синхронист, но, блин, что-то же должно быть в этом мире женственного. Почему ты не называешь всех подписчиков в конце стрима, как раньше? Ну, потому что я их называю, когда они подписываются. Ну, давай еще и в конце стрима буду перечислять, окей. Ага, и, ну, я еще заведу специальную доску сзади себя, на которой я буду всех подписчиков записывать. Никаких left behind'ов пока. Планы другие пока. Left behind всегда в моей голове, но не сейчас. Мы снова к упокоищу вышли? Окей. Блин, музыка, конечно, в игре. Зря я ее потише сделал, но она слишком... Тихие голоса слишком в русской озвучке. И вообще игра очень тихая, поэтому... Мне пришлось музыку немного поглушить, но...
Я просто сижу тут и